Итак, всем привет, вы на канале Крилли, и у нас уже четвертая глава серии игр The Room. Вот играем, пытаемся пройти. Итак, пожалуй, начнем. Частях мы вот дошли до этого стола. В предыдущей части он не был таким большим, у нас он только вот открылся. Теперь предстоит понять, что здесь. В принципе, элементов то почти нету никаких. Большое круглое углубление, ладно, понятно, нам не сюда. Давайте по традиции начнем вот с этого. Оно здесь не крутится, там тоже вроде ничего нету из-за того, что у нас обзор зрения немного плоховат. Через окуляр вообще почти ничего не видно. Поэтому я думаю, нам здесь не помощник. Давайте здесь посмотрим, что у нас. Здесь ничего не нажимается. Здесь тоже. Здесь тоже ничего нету. Странные звуки игры, у меня часики тикают. Мы же не на время играем, я надеюсь. Так, а, вот у нас здесь что-то открылось. Небольшое гнездо. Только для чего? Ничего нету. А, у меня вот здесь появилось после того нажатия. Что у нас? Вот. Медная ручка. Это я, так полагаю, сюда. Вставляем. Крутим. И все-таки это до ужаса неудобно. Так. Докрутили, нет? Чуть-чуть совсем не хватило было в первый раз. И у нас начинает появляться очень много всего. Раз нас сюда привели, значит, очень надо нажать. Меч. Еще? Нет. Все. А в принципе-то, ну, ничего-то и не открылось, только вот это появилось. А, вот у нас. К этому я уже привык, что это надо. Так. А мы так кораблик не составим, и вращать здесь ничего нельзя. И вот эта вот часть, она, по-моему, не вращается же. Здесь ничего не позволяет сюда вставить, наоборот, что-то надо. Так, а вращать нам ничего нельзя, вставлять нам здесь негде. У нас есть единственное, что вот это еще до сих пор не открыто. Ладно, давайте будем... есть у меня одно. Надо, наверное, приблизиться туда. И теперь мы сможем вращать, да? Так, наверное, как-то... Нет. Как-то вот так. И вот так настраиваем. Отлично. Декоративный старинный кинжал. Так, ну, это я уже догадываюсь, куда. Судя по изображению. Так, планетарий. Вот, открылось наконец-то вот это. Только... А, понятно. Можно нажимать. Мы не знаем, что и куда нам нажимать. Вот, знаем. Все. Лесенки построить с левого верхнего к правому вниз. Давайте. Нажимаем. Все верно. Итак, снова нажимаем на кнопку. Для тех, кто еще не подписан на мой канал, прошу вас подписаться, поддержать, скажем так, автор видео, если вам нравится видео подобного формата, и в частности мои. Так, смотрим, что у нас здесь. Y английский.
перестраиваем. Нажимаем. По-моему, третья глава как-то проходилась немного сложнее, чем даже это. Это пока что как-то налегке. Мне поначалу был небольшой ступор, а дальше как-то вроде более-менее. Все пазлы сейчас совсем моментально проходятся. Большой золотой амулет. Судя по вот этому вот изображению, я уже догадываюсь, где он должен быть. Так, приближаемся. Вставляем. И что у нас сейчас будет? Планетарий наш хорошенький забрали. Вращать можно. Вот теперь наконец-то мы знаем, как вращать барабан. Барабан. На поле чудес пришли. Так. А, все, я знаю, зачем вращать. Так, там одна в центре, здесь две по бокам. Давай сразу их поставим, чтобы не забыть. Я надеюсь, их можно ставить и оставлять. И теперь нужна противоположная сторона этому всему. Как бы только... Так, вот эти вот две должны смотреть туда. Ой, все, покрутила мышку. Не остановить. Давайте попробуем вот так. Я надеюсь, будет видно оставшиеся две стороны. Одна в центре и две снизу. Ну и да, пазлы вообще... Весьма легкий пока что. Как-то прям даже уныленько вот этот нулевой элемент, про который мы читали в третьей главе. В этой, кстати, даже никаких записок не было, ничего. Источник энергии, использующий энергию нулевого элемента. А, ну, он использует энергию нулевого элемента, а не он сам нулевой. Ну, про это, по-моему, еще может, ну, может не в этой части, конечно, может во второй. Я помню, что о нем будет очень много различной информации. Так, ну, как обычно, на доску почета. Так, ну, допустим. Они же с разных сторон находятся. Мы попали туда. Мы попали в это измерение. Довольно красиво здесь, кстати. Атмосферненько, я бы сказал. Это, по-моему, похоже на Стоунхендж. Или как он правильно называется, если честно. Прошу меня не видеть, если я ошибаюсь в чем-то. А нижняя не вращается, да? Надо, мне кажется, найти нижнюю, вот. И повращать их сюда. Так, смотрим. Что у нас тут? Будет дальше какой-то новый элемент. До этого обычный кораблик только был. И что у нас? Все, это забирать, да? Или нет, сюда, наверное, поставить наоборот. И все. Я его был только нашел. А вы у меня его опять забрали. Что за люди? Глава пройдена. И на этом, наверное, закончим. Что будет дальше, мы посмотрим в следующей серии. И если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал. Для тех, кто еще не подписан, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. На этом всем все. Всем пока.